Всем добрый день, дорогие друзья! Прежде чем я начну ролик с тем, как я поеду в Пермь, как мы съездили с Машей в Пермь, я хочу вам порекомендовать один замечательный канал. Подписан на него уже давно. Это «Семья в селе». Очень интересный канал, многодетная семья из 4 детей и 2 взрослых. Они живут в селе в Самарской области. Держат хозяйство, огород, они делают свои колбасы, мясо, тушенки, короче, все что угодно. Вообще очень нравится, поэтому ссылочку я оставлю в описании. Пройдите, пожалуйста, и посмотрите. Я тоже когда-нибудь мечтаю так же делать, но вот пока финансы не позволяют. Ну, очень интересный канал, дорогие друзья, пройдите, посмотрите, вам он должен понравиться. Так как и мне он очень сильно нравится. Я иногда идеи даже, если честно, беру с ихнего канала. Пройдите, посмотрите, папа у них-то молодец, мама тоже молодец, детки замечательные. Поэтому, если можете, поддержите, подпишитесь, пожалуйста, на их канал. Буду очень благодарна, если вы на них подпишетесь. Ссылочка, напоминаю, еще раз в описании. И в сообщество тоже я поделилась. Поэтому подпишитесь и порекомендуйте другим, чтобы тоже подписались на этот канал. Всем спасибо за внимание. Ну а сейчас смотрим нашу поездку в Пермь. Все, мы уже приехали, да, Маша? Давай одежду тут положим. Гардеробная только с 7:30 начинает работать. Время 7 утра. Поэтому ждем аллерголога. Стоим, ждем прием врача. Стол. За колясики. Клади тропочку за губы, за зубы. Баница, шишки. Смотрим прямо, дуем прямо. Тропочку вниз не опускай, держи прямо. Давай, вдох. Выдох. Маш, сюда не смотрим. Вот смотрим прямо. На маму смотри. Ноги на пол поставь. На пол. Чуть-чуть попу подвинь. Угу. Давай, сильно-сильно. Вдох. Выдох. Представь, Маш, что ты... Сильно, Маш, смотри. Потом резко, поняла? Молодец. Давай еще раз. Маш, сильно прямо. Вот перед тобой стоит торт, на нем 100 свечей. Их надо все сильно-сильно сдуть. Давай, вдох. Давай еще так же. Сильно-сильно вдох. Сильно-сильно. Маш, ну постараюсь еще. Давай последний раз. Сильно-сильно. Спинку прямо держи. Трубочку повыше. Давай. Вдох. Молодец. Сходили мы, дорогие друзья, к аллергологу. Иммунологу и всякое такое. Все, мы уже освободились. Маша хочет погулять по городу, поэтому идем гулять по городу. Потом расскажу, что и как. Ну и плюс мне в аптеку надо зайти, взять один аппарат купить Маше. Поэтому идем. А в Перми, кстати, дождик. Кто говорил, что здесь сухо? А здесь сыро по полной программе. Слякоть, дождик. Пасмурная погода. А мы идем на остановку и поедем на вокзал. Там есть столовая, да, Маша? Маша кушать хочет. Покушаем. И потом дальше пойдем. Надо аптеку найти, чтобы купить специальный аппарат для того, чтобы проверять у Маши дыхание. А так врач сказал, у нас даже очень хорошо все. Ну, почти все хорошо. Немножко, как бы говорят, пик есть, но... Это вообще, можно сказать, что легкая-легкая-легкая при легкой-легкая форма. Поэтому вот так вот. Поэтому она сказала, на всякий случай надо аппарат купить, чтобы смотреть и самой можно было наблюдать. Сколько стоит, мы не знаем. Сейчас пойдем в аптеку узнавать и покупать. Ладно, идем.
Зашли в столовую. Маша себе взяла салат, пюре с котлеткой, пиццу, эсси салат и рыжки с курицей. И кофе. Приятного аппетита, Маша. Все, мы освободились. Сейчас ждем моего брата. Должен брат прийти. И мы к нему в гости пойдем. Давай. Я сегодня сами выходила. Ну да. Сами, наверное. Стоим, ждем брата моего. Не знаю, куда он подойдет. И куда вообще подойдет. Ну, в целом. Потом вот туда, Маша, скоем три семерки. И вот в ту сторону, там KFC. Потом сходим с тобой. Тут, ребята, погода ужасная. Дожди идут. А подожди, дядя Вова, дождемся? Хорошо. А потом сфоткаемся обязательно. Маша хочет возле того доктора сфоткаться. Ладно, ждем. Красивые фигурки. Да? А тебе какая больше понравилась? Сама не знаешь. Все красивые. Урал. С ящерицей. Ну да, красивые. Там украшения вон разные есть. Ну. Да? Дорогие друзья, мы идем по Перми. Я встретила брата. И мы идем. Мы идем по Перми. Я Маше обещала сводить ее в KFC. И сейчас поэтому туда мы пойдем. Да, Макдональдс, Маша, я не знаю, где там. Я знаю, где KFC. Поэтому мы пойдем в KFC. Ладно, дорогие друзья, но в тот я не знаю, Маша, потом можно будет после KFC. Я тебе обещаю в KFC, вот в KFC пойдем. Я обещала ребенку в KFC, вот пойдем. Ой, тут дождик идет весь день, ребята, это вообще какой-то ужас. Вон та вот автовокзал, а нам надо будет идти в другую сторону. Ладно, идем. Маша, ты довольна? Пришли мы в KFC. Смотрим, что заказали. Ну вот пепси, картошка фри 2. Давай посмотрим, что в остальных. Давай пооткрываем. Открывай. Положи. Показывай сюда. Крылышки куриные. Дальше открывай. Покажи. Здесь еще раскрути немножечко. Маша довольная. Чуть-чуть раскручивай. Все-все-все закручивай обратно. А здесь что у нас? Сейчас посмотрим. Острый. Это острый. Вкуснятина. Ты довольна? Ладно. Сейчас покушаем и пойдем. Всем приятного аппетита. Дорогие друзья, мы дома. Устали, как собаки мы с Машей, но мы дома. Где Маша осталась еще? Маша привезла в Перми два этих KFC. На, положи в холодильник. И картошку тоже завтра маленькую дадим. В целом, что могу сказать по анализам? У нас хорошо все. У нас намного лучше, чем раньше было. Поэтому нам даже дополнительные анализы почти ничего не делали. Мы только сделали спирографию. Сейчас покажем, какие мы вкусняшки привезли детям. Сейчас у меня, конечно, уже все спят, но завтра мы им все это дадим. Мы заходили в Фикс Прайс, взяли вот такие вот пироженки. Так, бутылку пустую выкинь, пожалуйста, я. А, это по дороге я брала. Маша спала, а я брала пирожок с капустой. Убери в холодильник, завтра тоже отдадим. Дальше.
Вот такие вот какие-то зефирки в шоколаде. Тоже фикс-прайс собрали. У нас тут почему-то я не видела таких в магазине. Потом пастила. Желейные конфеты, дети их обожают, поэтому взяли. И брали, Маша брала два банана, хотела съесть, так и не съела, поэтому тоже привезли домой. На. Вот такие вот. У нас время 1:00 ночи, уже ближе к часу, поэтому мы пойдем спать. Всем желаем спокойной ночи, всем говорим, мы вас очень сильно любим, и всем говорим пока-пока.